Обнаружил птичку противника. Сначала Ксению выпили. Красавица. Закруч. Атаковать эту цель. Они дропнулся там один. Все поливали. Наблюдаю вражеский танк. 56. Он. На ударнике уже практически не играю. Редко, по крайней мере. Так по фану чисто. А я хочу на скауте научиться. Ну что там учиться-то? Берешь и летишь. А все эти тонкости это уже для задротов реально. По типу меня. Я уже вот практически уже 1000 часов налетал. Я наиграл 2000 часов, и из них 1000 это только на скауте. Вот представляешь, сколько я провел времени в скауте. Да много это мягко сказано. Я уже 500 помощи быстро. Пролететь. Я даже на удар не могу трюкачить. Так, мы уже наклеим. А, один кабежает. Ой. Больно. Еще один поле. Толкнем. Давай, прыгай. Не дали. Да я хотел отчиниться, попробовать, по крайней мере. В следующий раз буду тебя давать. Я же душилка стоит. Я сейчас тоже начинаю сейчас летать. Раньше-то я до первого здания долетала, потом все. У нас вот здесь на горе пех сидит. Карте был. Да, значит, наиграл. Не пех, а кемпер, правильно говорить. Кемперская гора. Да. Вон. Да, вижу. О, ребятки. Пора вставать. О, уже поздно. Так, давай тут на крыше. Динка на базе. Ударник пометил ударник с ВВшками. Не признаю пи... Ох! Это удача. ПТРК это удача. Нет, ну я как бы выпускаю, да? Ее. Веду, но не понимаю потом, когда ее нужно закручивать. Понимаешь? Поэтому это дело случая. Попаду, не попаду. Сейчас вам повезло. Еще один был контейнер по карте. А мне бонус был. Его убили. Пять. Ушел он. Что там? Зенит вообще. Он пока нас не беспокоит. Это везет мне, везет, это не скилл, это просто везение. Даже
реально даже не понимаю, как я иногда попадаю. Да нет, заряд патронов теряешь. Так, куда? Там? Кого? Да, там. Вот тот танк на С, который зелен. Сейчас заранил бы. Я завис, ты болит. Вон зенитка. 29. Она нас увидела. Лен. Вывел строй. Может, добьет. Сгорит. Не-не, я выстрелила патроны. Говори. Что я так реагирую в нем всегда. Потом танк стреляет. Все. Там два. Я иногда и с РПГ могу с метра промазать по вертушке. У меня вот, я еще когда ТВ пускаю, я ее могу в последний момент увести. Вот вроде вот идет она прямо, и в последний момент я ее куда-то вывожу. Нервы. Нет, я думал, будет тяжело сейчас. Прям нам дают полетать. Вы бы сделали на сервере рез техники? 25%, чтобы техника быстрее резала. Ну, блин, пока ее дождешься, так вот умираешь, ждешь. Нет, ну с одной стороны это как бы правильно. Там зенитка будет задавливать, такой вертолет. Ну да, да. Нет, у нас 20. Нет, у нас 50, раньше 25. 50. Угу. Тут с какой стороны посмотреть? Ну вот на ударнике, да, лучше 100% рез. Так ты сольешь ту же зенитку, да, и можешь беспрепятственно фармить. Еще многое от команды зависит, это понятно, от карты. У тебя попугай? Да. Мне тоже, так он молчит. Мы с ним не разговариваем, он теперь молчит. Пахнем с попугаями. Чтобы разговаривать. Не, мы так-то хотим кота, блин. Надо как-то от попугая избавляться. Наверное, подождем, пока он ласты склеит. Потом будем кота брать. А я только купила год. Нет, год даже еще месяц. 8, наверное, пришла. Обещали, что он будет жить лет 8-10. Ой, у нас уже живет, я не знаю. Сколько уже у нас? Мы еще его брали с... А других людей. Он уже лет, наверное, 10 живет. Не знаю, сколько они там живут, эти волнистые. Лет 15, нет, наверное, живет. У меня побольше. Крео. Не знаю, как правильно. Танк. Взяй его там. О, джет. Ладно. Танк, господа. Да.
вроде. Джет. А, где прошивкот найти? Хорошо, поразрезались. Ой-ой-ой! Да, теперь нужно очиниться немножко. О, вот зона стоит. Надо зенит, надо прятаться. Барн. Корова слева. Это уже ВВшки соперника. Мы не уйдем. За нами. Вон наша зенитка слева. Да. Обнаружена вражеская вертушка. Оу. ВВшки, ну ладно. Скилл показал. Молодец. Летай теперь. Не признаю пилотов, что на скаутах, что на ударниках, которые ВВ юзают. Они этим себе просто задачу упрощают убить противника. Сам, конечно, раньше грешил тоже. Ну, на скауте ВВшки стояли. Но это давно было, и неправда. Нет, ты серьезно хочешь научиться на скауте летать? Я больше хочу на ударнике. Нет, ну ты же ганнер, зачем тебе, или ты хочешь и пилотом тоже? Ну, мне что-то другое делать. Ну, я даже не знаю, блин, и ганнером, и пилотом. Нет, ну ты же вот умеешь делать все. Ну, так-то да. Кроме самолетов, на всей технике мне играть. Вот на самолетах, вот сколько раз пробовал, не понимаю, как закручивать, перекручивать, точнее, противника, я не понимаю, как скорость контролировать, вообще не понимаю. Мне говорили, но я все равно не понимаю. А так, ну, блин, тут уже даже чисто вот реально от скилла зависит. Я могу сесть в тот же беттер и хорошо отыграть, потому что я понимаю, как себя нужно вести технику. Интересно, слушай. То есть я могу не играть на этой технике совсем, но могу просто нормально играть. Так, корова. Корова уж. Ну, я хотел по ней ее убить. Ну да, так. Там бег, да-да-да. Здесь больше техников. Вон двое еще стоят. Слева от нас. Зона. Да-да. Вверх. А что ты? Поджарился. Пять слева. Атаковать эту цель.
ходит. Корова. Чтоб интереснее было, то чем мы там будем кружиться, блин. Так-то хоть к ихней базе подлетели. Конечно. Что у нас сегодня премиум выходные? По расписанию премиум. Там надоедает просто за неделю. Ну, я сейчас уже редко играю, поэтому мне сейчас на Шанхай хочется как бы. Нет. Я могу и на открытых играть просто. Предложил на Шанхае. Но следующее вообще будет шелковый путь, там нет вертолета. Да. Для двоих. Аж целых два скаута. Ну там. Там карта чисто для техники. Там особо на скауте. Не пометаешь. Не дадут. Реально, мне просто везет, ну, нету скилла с ПТРК, просто нет, просто везет. Не, ну вот я, конечно, ракету веду, но я не знаю, попаду или нет я. Вот слева они будут, они... Вот в этом. Опустите пониже, они справа от нас. Там. Кто есть? Он наверх. Вот 40 килов сделал.